История о пещерном монастыре и венчающем его кургане не на слуху даже у многих коренных ставропольцев. И в путеводителях по популярным курортным достопримечательностям его не найти. Это неправильно, ведь эта точка на карте Ставропольского края – настоящая сенсация. А то, что мало кто о ней знает, так кто может и лучше? Современные путешественники смогут увидеть пещеру монахов в первозданном виде, а мы покажем путь. Турист, как правило, не добирается до этих мест. Древние катакомбы находятся примерно в 100 километрах от Ставрополя по дороге в Пятигорск, внутри горы под названием Брык. Это самая южная точка Приколаусских высот, гряды на Ставропольской возвышенности. Когда-то вся Ставропольская возвышенность была дном огромного Сарматского моря, которое объединяло Черное и Каспийское моря. Десятки миллионов лет назад, в период неогена, из морских вод поднялась земля. По дну этого древнего моря мы едем в Андроповский район Ставропольского края. Эта земля видела древних греков, скифов, хазар, племена Золотой Орды. Ко времени, когда близ этих мест к концу 18 века стали возводить пограничные укрепления, здесь начали селиться казаки со своими семьями. Затем массово пришли жители центральной губернии России, Малороссии и Белоруссии. Путников манили рассказы о богатой земле Кавказа, о необъятных просторах черноземов, о степных травах, где всадника на лошади почти не